прямо сейчас давайте посмотрим, на что способен самый мощный пылесос. Друзья, вот он перед вами сейчас. Мы будем проводить испытания. Самые жесткие загрязнения. Справится ли он, узнаем прямо сейчас. Вань, вот сейчас давай представим ситуацию. Готовила я на кухне, нечаянно взяла крупу, а она у меня рассыпалась. Например, на кухне у меня ковер, да? Как это бывает? Что бы сейчас пришлось сделать, Вань? Ну, сейчас пришлось бы очень сложно. Процесс готовки нужно останавливать и наводить порядок. Мне кажется, ты сейчас, вот если бы я не знал, что существует такой пылесос, что все, ковер испорчен, но нет. Друзья, давайте посмотрим, что произойдет. Итак, смотрите, поехали. Я специально провожу только один раз, чтобы вы понимали, насколько мощный. Крупа – это очень плотная, тяжелая. И она вся сейчас оказывается внутри. Вы посмотрите, посмотрите на это, засасывает. Ты сделал одно движение, у тебя это заняло несколько секунд. Вот что бы было, если в наших руках был бы веник? Сколько бы времени нам понадобилось для того, чтобы справиться гораздо, с ковра, гораздо шинок? Больше времени нам понадобилось. Так, посмотрите, сколько у меня все разлетается в разные стороны, а Ваня тем временем идеально турбо-щеткой, да, Вань, собираешь всю грязь с поверхности. Друзья, посмотрите, легко и просто. Ариш, можно попросить тебя на секунду? Не, не убирай, остановиться. Вот так вот. Смотрите, друзья. Посмотрите. Друзья, самые сильные загрязнения легким движением руки полностью исчезают даже с ковра, друзья. Не просто с гладкого пола, Вань, но и с ковра. Обрати внимание, как меняет цвет наш ковер. Там, где ты провел, цвет становится более коричневый. Там, где еще рассыпано пшено, цвет более светлый. То есть сейчас ты не только собираешь пшено с поверхности ковра, но и за счет турбощетки выбиваешь все, да, изнутри, с глубины поверхности ворса. Абсолютно верно. Так еще посмотрите, друзья, я вот сейчас делаю такие повороты, 90 градусов поворачивается щетка, а рука при этом у меня на месте. Я работаю только кистью. То есть, чтобы повернуть щетку, мне достаточно просто поворачивать кисть вправо и влево. 9999 рублей бесплатная доставка. Вы посмотрите, как быстро Ваня дочистил ковер. Мелкое пшено с веником, с щеткой. Мы бы, Ваня, тут целый час с тобой потратили, и то бы идеального порядка не было. Но мне очень интересно, за счет чего он такой мощный? Мощный, мощнейший просто пылесос. Но я предлагаю устроить ему настоящее испытание. Настоящее, мощное испытание. Давай сейчас сделаем следующее. Понятно, что крупа – это мощно, это сильно, но ведь есть вещи потяжелее крупы. Понятно, что мы их пылесосить не будем, но попробовать-то хочется. Конечно, хочется. Итак, друзья, это бильярдный шар. Он очень тяжелый. Вы слышите, с каким звуком? Даже через ковер. Итак, попробуем, друзья, попробуем. Смотрите, друзья, идеально.